общественного движения «Нам здесь жить» Алексей Владимирович Климов. Добрый день, дорогие друзья. Я не буду повторяться, проводитель исторических аналогий. И могу сказать одно. Севастополь – это часть большого русского мира. Защищая свою улицу, свой город, мы защищаем весь русский мир. Те инициативы, которые были высказаны жителями Севастополя и обобщенные институтами гражданского общества в виде документа, который определяет комплекс мероприятий необходимых, я его, конечно же, поддерживаю. Но я четко осознаю, большая часть тех мероприятий, которые я сегодня выслушал и изучал ранее представленные документы, нуждаются в правовом регулировании. Поэтому нам надо не только нам вместе здесь присутствующим, нет, представителям общественных организаций, власть без общества – ничто. Общество без власти – сила, но не всегда достигает должных целей. Поэтому я уверен, что надо коммуницироваться с органами исполнительной, законодательной, судебной власти, потому что мы – это идея замысла. Мы используем свой жизненный, профессиональный опыт, излагаем на бумаге то, как мы видим решение проблемы. Я уверен, что те предложения, которые сегодня здесь были озвучены, которые я изучал до этого мероприятия, они будут поддержаны исполнительной власти на законодательном уровне. Будут подготовлены нормативно-правовые документы, регулирующие как создание центра, так и проведение мероприятий по контролю за ценами, продвижение мероприятий по уничтожению фейков, продвижению нашей идеологии. Друзья, я желаю всем присутствующим и тем, кто находится за пределами этого зала, поддерживающих наших идеи, успех, удачи. Я уверен, что Севастополь вот этим мероприятием дает пример другим субъектам федерации. Мы находимся в ограниченной зоне. Мы находимся на острие атаки. И наша инициатива – это не только инициатива для севастопольцев. Я уверен, положительный опыт, который мы сегодня здесь изучаем, излагаем, формулируем, анализируем и передаем власти, будет увиден, услышан другими субъектами федерации. Многие общественные организации являются региональными. Они имеют центры всероссийские, общероссийские. И я рекомендую все, что мы здесь сегодня пропишем, проголосуем и подготовим для предоставления исполнительной власти, то есть также направить субъекты федерации, чтобы они последовали нашему примеру. Я со своей стороны могу заверить, что большая часть депутатов законодательного собрания поддерживают эти инициативы независимо от политических партий, пристрастий, социального статуса. То есть я готов работать над дальнейшим продвижением этих документов, приводить их в правовое поле и последующим контролировать правоохранительную практику. Желаю всем успехов, уверен, что у нас все получится. Счастливо. Единая Россия, я размножаю, не должны занимать какие-то посты в городе вообще. Больше, чем в Севастополе принято. То есть у нас уменьшили, мы все делаем.